Всем огромный-огромный привет! Спасибо, что заглянули сегодня ко мне на кухню. Готовим очень вкусный суп, который в далекие 90-е был практически каждую неделю на моем столе. Суп мой самый любимый. Готовится он довольно быстро, при условии, что вы перловку отварите заранее. Перловку я отвариваю заранее, варится она долго, и потом очень хорошо промываю. Вот это мне слизь от перловки не очень нравится. Поэтому перловку заготовьте заранее. У меня вот такая мисочка перловки всегда стоит в холодильнике для этого супчика. Также нам понадобятся любые консервы в томате. У меня сегодня вот такая красивая скумбрия. Можно взять, конечно, любые другие, но со скумбрией мне нравится больше всего. Рыбка очень вкусная, для этого супа очень подходит. Также понадобится еще картофель, репчатый лук и немного моркови. Рыбку подготовьте, достаньте из банки и обязательно выньте косточки. Слишком сильно рыбу я не разминаю, оставляю вот такими вот половинчатыми кусочками. Как бы просто делаю ее пополам, вытаскиваю косточки, и вот у меня такая вот кусочки рыбки такой остаются. Как бы фарш из этой рыбы я не делаю. Знаю, что многие еще в этот рыбный суп вот так предпочитают немножко рыбу разминать. В кастрюльку наливаю воды и даю воде закипеть. Пока вода закипает, на другой сковородке обжариваем лук. В закипающую воду отправляем картофель. Картошка варится буквально 10-15 минут. За это время пожарим зажарку. К луку забрасываю морковку и обжариваю все вместе. Отправляю сюда готовую зажарку. Пару ложек перловки. Перловку кладите по вкусу. Кто-то любит пожиже супчики, кто-то любит погуще. Обратите внимание, всегда, в принципе, можно доложить. И отправляю сюда рыбу в томате. Проварю буквально 5-7 минут, и суп готов. Зелень в этот суп я добавляю при подаче. А солю в конце приготовления. Попробуйте. Суп невероятно вкусный. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты. Готовьте этот вкусный суп. Я очень надеюсь, что он вам понравится. Это быстро и просто. Пока-пока!